Лето, многое лето, многое лето, Господи, достояние Твое, победы православных христианам, нам сопротивные даруя, и Твоей сохраняй, крестом Твоим жительством, спаси Господи, люди Твоя, и благослови победы православных христианов, нас сопротивление дарует. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Христос истинный Бог наш, Христа Матери Христовой, помилуй ты, спаси, Христа, по благу, что мы друг Божьи ангела-хранителя и путеводителя, святите во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Сегодня в этот праздничный день мы всех поздравляем с праздником, а самое важное, что все пришли не только к елке, но и к Богу, потому что всякие дыхание заклали Бога. Прости нам, Господи, все совершенно. Отец Николай, если можно, позвольте на святость Святого Николая за Павлика Ялынку, ваш обыск. Можно вас, Боже, какой великий чудотворец Николай. Мы знаем, что он родился 1700 лет назад. Отцы его был, отец его. Звали его Феофан, а мать звали ее. Он родился и не вкушал пищи, кроме материнского молока, в среду пятницу. Он был очень смиренный.
а тіло було дуже багато, але були очі трудолюбиві і очі любили бідних. Роздавали все бідних, тому що вони знали, що чим більше вони жертвують, тим більше Господь їм посилає. Його дядя був великий архієпископ, його дядя був митрополитом і Николай, який взяв його к себе і рукоположив його в священники. І от прийшло время, коли великий чудотворець Николай став пресвітером, коли говорить йому дядя, що тепер ти должен служити не себе, а людям і Богу. В этот праздничный день мы молимся о нем и помним его, великие чудеса его. Какие у него были чудеса, мы знаем, что он не только на Великом соборе в 325 году, он не только великого ария ударил по щепе за то, что он не веровал в Духа Святого, а мы все верим в имя Отца и Сына и Святого Духа. Также мы знаем, что Николай Чудотворец является заступником всех путешественников, всех мореплавателей, а также он является заступником незамужних девиц. Если девица хочет выйти замуж, она просит: «Святите, Николай, я буду хорошая, смиренная, не разговаривать, дай мне хорошего палича». И вот за ее смирение, терпение Господь и дает ей особое благословение. Когда праздничный день также его и помнит, когда были незаслуженно были, хотели прозвать двух человек. Но он явился и поднявши руку на течение головы, сказал, что они не вины ни в чем, и поженился. В этот праздничный день мы молимся и просим прощения родов наших. Вы знаете, что мы все православные должны исполнять заповеди Господни. А какие это заповеди? 6 дней делайте все дела свои, а 7-й день Богу твоему. Положено прийти в храм Господень, поставить покаянную свечу, осенить Господня Христов и низко-низко поклониться и поблагодарить Богу. Также положено нам всем православным христианам, вы знаете, что положено утром и вечером молиться и о здравии. Когда мы молимся о здравии, о живых, мы просим, чтобы Господь всех уразумил. Те, которые делают зло, значит, они еще не пришли к Богу. Мы молимся, чтобы Господь дал им смирение, терпение, если не важно. А когда мы молимся имение Пресвятого Вечного веков, мы молимся за всех мусульман. Вы знаете, что Бог всех живет. Сегодня мы снова и снова молимся на восток, там, где взошла Господня Вифлеемская звезда. Осеняем себя животворящим Христом, низко кланяемся, молимся, просим Господа Иисуса, Сына Божия. Мы также чисто Матери, всех святых от века теплодившись, простим нам, Господи, все согрешения, вольное или вольное, дай нам смирение, терпение, не осуждать и брата своего, сохрани умножи лето их на многое благое лето. Аминь. Благодетельное мирно житие, здравие, спасение, и во всем благое поспешение, мир, любовь, изобилие, плодом земных подаж, Господи, все ныне пусть молящих, рабозла храма все сотрудниками знаемыми, сохрани и умножи лето их на многое лето. Все поем. Многое лето, многое лето, многое лето. Громче. Многое лето, многое лето, многое лето. Еще громче. Многое лето, многое лето, многое лето.
вас за бицеп церковный хор. Хорошо сегодня в районе. Мы войдем на поселке Шевченко. Каждый субботу на службах 4 часа. А вас приглашаем на исповеди. Место с батюшкой станет на колени. Кто не исповедовался, берем самую большую свечу, зажигаем, молимся, поздравляем. Всем вам смирения, терпения много лета, и чтобы радовались каждому прожитому дню. Как только встали, глазки открыли, почистили зубки, и сразу «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Почитали молитву «Отче наш», почитали 50-й псалом, почитали верую, а потом бегом на работу. И так каждый день. Низкий вам поклон, ангел-хранителя и поделителя. Много лет. Аминь. Передаю телефон Евгению. Это очень великий человек. Тоже, как Николай Чудотворец, он все помогает и нашему храму. Вы знаете, безвозмездно. Мы его просим, Евгений, помоги, нам нужно порезать там доски, мы замерзаем. Никогда не отказывал, всегда приезжает, у него бензопила своя, и так что таких людей нужно всегда беречь. Если есть они на вашей территории, нужно его всегда поддерживать, и он такого не скажет никогда, потому что он сам верующий и сам понимает. Аллилуйя. Пане Миколаю, дозвольте привітати вас зі святом Святого Миколая. Тож, дякую вам за вашу активну участь у нашому святі. Поможіть пану Миколаю. Андрій, поможіть, будь ласка. Так, можна все? Беріть. Ну, дівчата, беріть тільки, щоб все, що воно охороняло вашу сім'ю. Так, оставте ще трошки зіконки на поселок, щоб там, дайте січ. Акуратненько, ребята, дуже акуратно. Ні, Николай Чудотворець являється не тільки поживителем, но он защитителем сім'ї. А ми смотримо, де Николай Чудотворець. Так, оставте трошки іконки на поселок Шевченка, хай же пан біля ялинки. Оставьте, ребятки, ну, тоже человек от митрополита везет, поэтому оставьте на поселок Шевченко все, что есть. Позвольте нам сделать великое фото с вами, и после чего мы от себя особисто, оскільки сегодня день Святого Миколая, Святой Крест Миколая, примет скромный подарунок от нас. А мы еще, Николай, что-то сказали. Может быть, чтобы Николая не было Николая. О, я вот, хочу. Давайте. О, я все, хочу. О, спасибо. О, пан Миколай, приймите ці від нас, від нашого колективу, це для свята. Зараз ми зробимо велике фото зі всіма мешканцями, які тут зібралися. Хай це буде, допоможемо зараз. Фото можна зробити? Давайте всі станемо на фото. Всі фото і відпускаємо пана Миколая, то чим був у митрополита, дуже велике свято, саме свято Святого Миколая. Для всіх хочу нагадати всім вам, що з нами був святий Ірис Миколай, він настоятель православної церкви. Як називається церква на Свято-Духовський храм? Свято-Духовського храму, це поселок Шевченка, але ми не міряємося якимись там поселками, ми міряємося тим, що ми віримо в будущее, віримо в Господа Бога і віримо найкраще. Хай святий Миколай принесе саме свято. І новорічність починається саме від нашого свято Миколая. Пане Миколаю, зі свято вас! Склоняюсь вам низько, жму руку, будемо працювати. Зі свято вас! Благословені! Будьте благословені! Зі свято! Ангеле Боже, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Господа с небес данный, прилежно молю тебя, ты мя нечь просвети, и от всякого зла сохрани, к благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.